Всем добрый вечер. Я сейчас на перекрестке улицы Фестивальная и Героев Днепра. И недавно я вам рассказывал про пешеходный переход в этом месте. Смотрите. Первый из двух переходов, которые хотелось бы сделать в ближайшее время, это вот этот. Вот полиция, вот Добрынинский квартал. И мало того, что здесь огромный транзит людей, идущие вот с Фестивальной, с центра города, с тех кварталов сюда, в Добрынинский, в Черниговский. Так еще сам по себе этот переход просто адски высокий. Посмотрите на высоту бордюра, там добрых 20-23 сантиметра смело есть. Ну и с этой стороны то же самое. Здесь даже просто обычному человеку подняться непросто, не говоря уже о людях с некоторыми ограниченными физическими возможностями или там мам с колясками или деток на велосипедах. В общем, это надо сделать. И вот результат. Все теперь стало по-человечески, комфортно, так, как мы уже привыкли. Теперь весь Черниговский, весь Добрынинский, идя в центр и обратно, может это делать намного более удобно, быстро и безопасно. Вот если вы помните, здесь была невменяемая высота, теперь все очень удобно и плавненько спустили на уровень дороги. Причем этот переход вошел в состав тех, которые теперь освещаются. Вот опора, вот специальные светильники с такой линзой, которая освещает исключительно пешеходный переход. Это уже, по-моему, 7-й такой заниженный пешеходный переход в этом году. И я думаю, нам надо взять это за привычку. Такие должны быть все пешеходные переходы. Ну а Сергей Леонидович и все его предприятие, вам огромное спасибо в очередной раз за быструю реакцию, за качественное исполнение. А Алене Болдыревой и ее отделу спасибо за быстрое администрирование этого проекта. Все, пока. Все, пока.